хотелось бы узаконить это дело. Просто как это сделать? Какое дело? Наше предложение по изменению ситуации. Да, через то есть законы. То вас, состояние, в котором мы живем, убрать раздражители и неудобства, а вот этот вот, ну, как бы уровень налога, который мы платим, сделать его законным. То есть мы уже пришли к тому моменту, ну, многие, наверное, когда ну, наш бизнес приносит нам столько денег, сколько мы хотели заработать. Хотим больше зарабатывать, мы больше трудимся. Вот как-то сбалансировался уже. Вот. Но есть моменты, которые очень не дают возможности расшириться или, там, или жить так, как хочется. Или есть, ну, грубо говоря, дискомфорт от того, что все равно отчитываться не получается полностью. Не получается либо потому, что не хватает документов, исходников, там, либо, не хватает, либо нельзя это все показать, потому что в результате ничего не останется себе. Ну вы на общей системе налогообложения? Я на общей системе. Нет, не на общей, а на едином налоге. А, на едином налоге. На общей системе там ну, просто нереально с этими объемами продаж, которые есть. Ну, это еще одна опасность, потому что правительство постоянно хочет убрать единоналожника. Тогда все убьет. Ну, безусловно. Ничего страшного. Нет, не дадим. Ну, блин, это я... Вот смотрите, я из IT. Я из IT. У нас в стране IT поднялось только потому, что были единоналожники. Эта система, как мы можем говорить, что это фактически сокрытие трудовых взаимоотношений, еще что-то, мы можем об этом много чего говорить. Но сейчас эта отрасль занимает третье место по доходу в Украине. Третье место. И по налогам, которые да, платит. Да, 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 да. И оно того стоило. Да, это росло очень долго. Очень долго. Мы растили эту отрасль 10 лет. Ну, извините. Ну, котята, конечно, быстрее получаются, а по-другому, ну, вот другие вещи быстрее не получаются. Поэтому я буду категорически против. И я уверен, наша фракция будет против. Ну, даже этот единый налог, он неудобный. Да. Конечно. Но тут момент. Мы находимся сейчас в той стадии, что у нас мы отбиваем атаку, а не атакуем. Мы не, ну, вот в чем проблема. Ну это вы. Да. Но есть же еще мы. И нас много. То есть если мы как-то объединим действия. Сейчас одну минуточку мне нужно ответить. Алло.